Акты, собранные уполномоченными по правам человека в азербайджанском Агдаме, в будущем будут представлены в качестве доказательств соответствующих судебных процессах по международному праву. Об этом было заявлено в ходе визита делегации во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества в освобожденный город Агдам. По словам омбудсменов, за годы оккупации на азербайджанских территориях были совершены акты вандализма, направленные на уничтожение культурного и исторического наследия азербайджанского народа. Сейчас перед ними предстал полностью разрушенный Агдам, который некогда являлся одним из самых красивых и современных городов Азербайджана. Отчет, который будет составлен по завершению миссии, будет подготовлен в кратчайшие сроки и в рамках международных стандартов. По словам омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой, азербайджанская сторона будет требовать у Армении компенсации. Нами собраны фото, видео, доказательства учиненного вандализма. И в результате, по завершению данной миссии, будет составлен отчет, который в дальнейшем будет использован для привлечения Армении к ответственности.